Друзья, история Тимошки, к счастью, завершилась просто замечательно. А Тимошка, я так рада. Сегодня позвонил Коля и сказал, что семья Меркуловых с нами. Ребята, на душе такой праздник, так хорошо, это же счастье, что мы успели, спасли котика, помогли семье. В жизни каждого из нас бывают тяжелые времена, бывают. Но когда мы вместе, ребята, посмотрите, как здорово. Мы успели спасти жизнь. Не я, ребята, не я спасла. Сразу говорю, мы. Потому что оперировали ребенка за счет ваших пожертвований, за счет сборов на наш фонд. Но я считаю, что это правильно. Семья Меркуловых теперь осталась нашими друзьями и по возможности, когда у них наладится все, они будут нам тоже помогать. Я желаю этой семье от всего сердца добра. И таких семей много. Это все вы, друзья. Просто замечательные, добрые, отзывчивые люди. И я вас очень люблю. И благодарю за то, что все эти годы вы с нами. Сегодня мы спасли с вами Тимошку. Завтра, ребята, я расскажу вам в другом ролике об остальных наших питомцах. Кому тоже страшно, кому больно, кого мы оперируем. А еще хочу сразу, даже здесь, вот как у нас идет добрая такая полоса. Ребята, Асунта вчера уехала домой. Малышка, которую нашли с оторванной, с гниющей лапой, которой пришлось отнять лапку. Вчера она обрела семью. И следующий ролик, я надеюсь, мы выпустим о ней. Такой же счастливый. И благослови Бог эти семьи. И благослови Бог всех вас, друзья. Спасибо вам. Спасибо. Покажи глазки. Да покажи маме глазки. Очень неудобно снимать, когда ребенок один, да? Ну что ты. Ну один глазик у нас видит, ребята. Вот этот глазик видит. А вот этот, наверное, придется удалять. Ты моя зяка такая, да? И Трейси подросла. Да, моя девочка подросла такая. Красивая моя, мамина. Так вдвоем будете прыгать здесь? Сила, детеныш мой. Да, да, да. Твои братики и сестрички, он скачет в вольере. И ты давай туда уже топай. Ай, ребята. Что-то такое тут вытворяем. На, козленок. Да, 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 да. Что, Мика? А там поем, да? Ну, чё ты поешь? Глазик у нас получше один. Да, очень медленно выздоравливает ребенок. Золотой. Мамин. Ты такой красавчик мой. Один глазик, скорее всего, пойдет под удаление. А второй потихонечку выздоравливает. Да, мой солнышко.